Щодня Ольга Назарова проводить кілька годин у тренажерному залі фітнес-клубу «Мастер Жим». Нарощує м'язи, демонструє досконалу фізичну форму та жіночий шарм. Це вже Ольга Назарова на сцені львівського нічного клубу «Малевич», де проходив цьогорічний чемпіонат світу з бодібілдингу «ВАБА». Конкурентками сумської спортсменки були учасниці з понад 20 країн світу – Італії, Греції, Франції, Іспанії, Португалії, Мексики, Південної Кореї, Сполучених Штатів Америки. Вона бере участь у категорії «Міс бікіні 35+» і здобуває друге місце. Як я йшла до цього? Всю жизнь мечтала, с 20 лет мечтала выступать на соревнованиях, хотела быть, выступать на сцене, в купальнике, хотела показывать свой уровень, мышцы, красоту тела. Ну, так как раньше не было бикини, был только фитнес, там нужны были бы акробатические движения, тономер нужно было ставить. То есть у меня не было акробатики, и как-то это все вот просто тренировало людей. У меня были персональные занятия, групповые вела тренировки, девчонок делала красивыми. А сейчас, буквально вот как 3 года, как появилась эта номинация, именно бикини 35+, ну, я не теряла возможность, решила немножко повысить свой уровень. Это определенное дало мне знания к дальнейшей подготовке девочек. Больше узнала себя, свои возможности. Ну, то, что я мечтала, шла к цели и свершилось это. Вдалий дебют призерка пояснює своєю наполегливістю. Перед виходом на сцену – півроку напружених тренувань, сушка, постійні обмеження, особливий режим харчування. Для того, щоб виточити красиве тіло, потрібно для початку виносливість, щоб була сила волі, щоб була якась ціль, мотивація. За кулісами найпалкіший вболівальник Ольги – чоловік. І за сумісництвом – тренер. В перемозі дружини не сумнівався. Я одразу сказав: Оля, ти будеш третя, это однозначно. Мне приятно то, что не было, с одной стороны, хорошо, с другой, конечно, стороны, не очень хорошо, не было украинских судей. Все 9 судей были Англия, Германия, Португалия, Америка, то есть были судьи все иностранцы. Они действительно оценили по достоинству. Хотя мое личное мнение как судьи национальной категории, я видел и я понимал, что она должна быть первая. Я считаю, что это достойная победа среди тех девочек, которые были там около 20 человек. Все были классные. Перемога для неї була омріяною. Завдячує підтримці 10-річній доньці Лізі та чоловіку. Это была определенная мотивация, показать ребенку, как нужно идти к цели, как нужно добиваться, что мама у тебя молодец. И муж, конечно, поддерживал. То есть он мне не мешал, он мне давал возможность тренироваться в плане свободы действий, да, что я знала, что мне нужно бежать на тренировку. Я там лишний раз там не уделила ему внимания, там что-то, может, приготовила, не приготовила, остался, может, со мной голодный, может, на сушке со мной тоже как бы сидел. Їв тільки білок зі мною, да? Тобто, ну, як-то підтримував морально. Сумчанки привезли 2 медалі світової першості. Третє місце у категорії «Міс бікіні плюс 163 сантиметра» посіла підопічна Ольги Тетяна Поладич. Моя спортсменка уже 3-й раз выступает на соревнованиях, то есть у нее уже практика была, мы ее каждый, то есть она за 2 года подготовила ее к соревнованиям, то есть она стала 3-й, ну, такого мирового уровня. Підкорювати спортивний олімп Ольга готова і надалі. Впевнена, нові звершення їй під силу. І вже готується до чемпіонату України, який пройде восени у Києві. Я буду повышать свои знания, наверное, свои возможности, буду совершенствовать тело, чтобы в дальнейшем, наверное, выступать уже по профи. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ.